До солнечного кубанского лета, казалось бы, еще не так близко, но уже сейчас нужно думать об организации полноценного и безопасного отдыха для славянской детворы. Состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором рассматривались актуальные вопросы летнего детского отдыха в нынешнем году. Представители всех заинтересованных служб, которые участвуют в летней оздоровительной кампании, были приглашены на заседание межведомственной комиссии. Именно для того, чтобы обсудить подробности организации летнего отдыха и оздоровления детей. Хорошо организовать летний отдых – это серьезная работа, требующая большого приложения сил и успешной координации действий всех организаций, задействованных в этом. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко подчеркнул, что приоритетным направлением летней программы являются безопасность детей и эффективный подход к реализации всего запланированного. Мы уже предварительно с некоторыми из вас прорабатывали вопросы о том, ну вообще в принципе, какие формы летнего оздоровления и занятости мы сможем оставить, в каких нам возможно принять участие, но есть ряд сложностей. Вот о них тоже сегодня хотелось бы услышать, поговорить. Ну и какие у нас, собственно говоря, исключаются из формы летнего оздоровления в связи с тем, что утвержденное санитарное правило для работы в образовательных организациях. Ограничения в связи с пандемией коронавируса также нужно учитывать в планировании предстоящей кампании. Один из важнейших вопросов – финансирование летней программы. Уже сейчас нужно определиться с тем, что будет финансироваться на муниципальном уровне. Нужно получить от всех организаторов летней оздоровительной кампании информацию по перспективам финансирования. То есть, какое финансирование, собственно говоря, нам необходимо предусмотреть для того, чтобы мы его уже на февральской сессии, которая вот буквально состоится через несколько недель, смогли утвердить, поставить и работать уже на то, чтобы данное средство своевременно освоить. В организации отдыха и оздоровления не может быть мелочей. Об этом и состоялся серьезный неравнодушный разговор, был откровенный обмен мнениями. На каникулах дети должны отдохнуть и укрепить свое здоровье. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».